Папочка, почему ты не даешь мне играть с ней? Добро пожаловать на первый день вашей новой привлекательной карьеры. Узнали о нас на ярмарке вакансий, прочли наши объявления на винтах, болтах и шпильках или просто решили проявить смелость, мы рады приветствовать вас. Я буду вашим личным гидом, который поможет приступить к работе. Я пятая модель робота-помощника и мастер по ремонту системы, но вы можете называть меня подручным. Ваша новая карьера обещает быть незабываемым приключением с бесконечными и различными возможностями. Пожалуйста, введите ваше имя на клавиатуре. Его нельзя будет сменить позже, так что будьте аккуратны. Кажется, что у вас возникли какие-то проблемы с клавиатурой. Я догадался о том, что вы пытались ввести, и автоматически исправил текст за вас. Секундочку. Добро пожаловать. Яйца Бенедикт. Теперь вы можете открыть лист с помощью той яркой, красной и заметной кнопки. Ну же, за работу! Позвольте мне заполнить эту несколько пугающую пустоту простой беззаботной шуткой. Из-за большого успеха и более трагичного закрытия пиццерии Фредди Фазбер было ясно, что на сцене должен объявиться, без сомнения, конкурент в области детских развлечений. В отличие от большинства развлекательных заведений, наши роботизированные артисты сдаются в аренду для частных лиц на целый день. И ваша работа заключается в том, чтобы вернуть в рабочее состояние этих роботов до следующего утра. Теперь вы находитесь в модуле первичного управления. На самом деле это небольшое пространство между двумя первичными развлекательными залами. Теперь давайте поговорим о ваших ежедневных задачах. Взгляните на окно слева. Это галерея и танцевальная студия Балоры, мотивирующая детей поддерживать себя в физической форме, одновременно наслаждаясь пиццей. Давайте проверим освещение и убедимся в том, что Балора сейчас на сцене. Нажмите синюю кнопку на контроллере управления левым залом. Ой-ой, похоже, Балора не хочет танцевать. Давайте замотивируем ее. Теперь нажмите на красную кнопку, чтобы подать разряд тока. Может быть, это заставит ее двигаться. Давайте еще раз осветим комнату. Отлично. Балора вновь приведена в чувство и будет готова выступать завтра снова. Теперь взгляните на окно справа. Это зрительный зал для веселого времяпровождения, где Фантайм Фокси предлагает детям поучаствовать в играх и сценках. Проверьте освещение. Чем же занимается сейчас Фантайм Фокси? Похоже, Фантайм Фокси решил устроить себе выходной. Давайте взбодрим Фантайм Фокси разрядом тока. Попробуем разряд еще раз. Похоже, Фантайм Фокси находится в превосходном рабочем состоянии. Отличная работа. Перед вами еще одна вентиляционная шахта. Проползите через нее, чтобы добраться до модуля управления цирковой галереей. Замечено движение. Вентиляция цирковой галереи. По ту сторону окна расположен зрительный зал «Циркус Бэби». Давайте проверим освещение и посмотрим, чем же занимается Бэби. Похоже, некоторые из лампочек не горят, но мы можем исправить это позже. Давайте подбодрим Бэби и поднимем ей настроение разрядом тока. Попробуем разряд еще раз. Попробуем разряд еще раз. Отличная работа, Циркус Бэби. Мы знали, что можем на тебя положиться. На этом ваша первая ночная смена подошла к концу. Мы не хотим вас перенагружать работой на случай, если вы вдруг не захотите сюда вернуться. Пожалуйста, проползите через вентиляцию позади вас. А теперь до завтра.
вентиляции цирковой галереи. Еще один день, еще одна драматическая запись в жизни Влада и его огорченной возлюбленной. Куда они пойдут? Что они будут делать? Все это и прочее узнаем прямо сейчас. Лара, я уверяю тебя, ребенок не мой. Раф, я докажу, что он твой. Ты единственный вампир, которого я когда-либо любила. К тому же ребенок превращает бутылочки в сухое молоко. Это ничего не значит. Он спит на потолочном вентиляторе. Вертикально или вверх ногами? Какое это имеет значение? Ты должен принять участие в жизни сына. Я слишком стар, Клара. Я не могу быть отцом. Ну, хотя бы выплачивай элементы, авантюрист. Смогут ли Влад и его огорченная возлюбленная найти общий язык? Узнаем в следующей серии. Папочка, ты разрешил другим детям увидеть ее? Почему ты не разрешаешь мне? С возвращением на очередную развивающую интеллект ночь для определения дальнейших действий и осмысления предыдущих ошибок. Мы стремимся к созданию комфортных условий для более прогрессивного продвижения работы. Одним из комфортных условий является гарантия того, что вам не надоедает голос, который вы слышите сейчас. С помощью данной клавиатуры, пожалуйста, выберите помощнику новый голос. Мужской – нажмите 1, женский – нажмите 2, показывать только текст – нажмите 3, другие варианты – нажмите 4. Кажется, что у вас возникли небольшие проблемы с клавиатурой. Я догадался о том, что вы пытались ввести, и автоматически исправил текст за вас. Спасибо за выбор голоса «Унылый подросток». Лифт остановился. Ты знаешь, что делать. Приходи сейчас или без разницы. Может, так. Смешная история. Однажды в этой вентиляции нашли труп. Окей, пусть не смешная, но это история. Окей, давай приступим к твоим ночным обязанностям. Ты должен проверить Балору и убедиться в том, что она на сцене. Хотя, мне все равно. Я предполагаю, что у Балоры появились дела поважнее. Шарахнем ее током. Будет весело. Давай проверим Фантами Фокси, убедимся в том, что она готова зажигать завтра. Скорота. Похоже, возникли проблемы с синтезатором речи и были восстановлены настройки по умолчанию. Пожалуйста, проползите через вентиляцию впереди вас в зрительный зал «Циркус Бэби». Замечено движение. Вентиляция цирковой галереи. Циркус Бэби был напряженный день сегодня. Давайте проверим освещение, убедимся в том, что она находится в надлежащем рабочем состоянии. Вот Циркус Бэби, мы здесь не для того, чтобы играть в прятки. Давайте подбодрим Бэби и вытолкнем ее из укрытия разрядом тока. Попробуем разряд еще раз.
Кажется, у нас появились неполадки с питанием, которые влияют на нашу способность должным образом мотивировать Бэби. Пожалуйста, подождите, пока я перезагружу систему. Какое-то время я буду находиться в отключенном состоянии, пока идет перезагрузка. Некоторые из других систем также могут быть отключены, например, защитные двери, замки вентиляции и кислород. Началась перезагрузка системы. Замечено движение в проходной вентиляции. Вентиляция зала для развлечений открыта. Вентиляция, ведущая галерея Балоры, открыта. Я не узнаю тебя. Ты новенький. Я припоминаю что-то подобное. Это очень странно, что ты решился прийти сюда. Мне интересно, что же могло бы заставить человека проводить ночи в подобном месте, как это? Добровольно. Может быть, любопытство? Может быть, безумие? И ты сядь местечко под столом. Кто-то до тебя передел его в укрытие, и ему оно помогло. Я рекомендую тебе поторопиться, и да, ты будешь в безопасности, если постараешься не смотреть им в глаза. Вскоре все закончится. Им это надоест. Это тот же человек. Приветики. Тот внутри. Это тот же человек. Я всегда найду способ пробраться внутрь.
Когда твой гид снова включится, он сообщит тебе о неудаче с перезапуском и предложит тебе перезапустить все системы вручную. Перед этим он предложит тебе пробраться через галерею Балора как можно быстрее, чтобы попасть в комнату управления. Если ты будешь следовать его указаниям, то умрешь. Балора будет находиться вне сцены. Она захочет поймать тебя. Питание будет восстановлено в ближайшее время. Когда ты попадешь в галерею Балора, иди медленно. Она не способна увидеть тебя, но способна услышать шаги. Когда музыка становится громче, значит Балора приближается. Прислушивайся, останавливайся, пока вновь не услышишь тишину. Спасибо за ваше терпение. Похоже, что система питания не может быть перезагружена автоматически. Вам нужно будет перезагрузить систему питания вручную. Пожалуйста, вернитесь к модулю первичного управления. Замечено движение. Вентиляция цирковой галереи. Теперь необходимо будет пробраться через галерею Балоры. Используйте лаз слева от вас, чтобы добраться до комнаты управления. Рекомендуется, чтобы вы двигались по прямой и достигли другой стороны как можно быстрее, чтобы не мешать Балоре. Я отключусь на какое-то время, чтобы не создавать шумовых помех. Деактивация. Вентиляция еще галерея Балоры открыта. Теперь необходимо будет пробраться через галерею Балоры. Используйте лаз слева от вас, чтобы добраться до комнаты управления. Рекомендуется, чтобы вы двигались по прямой и достигли другой стороны как можно быстрее, чтобы не мешать Балоре. Я отключусь на какое-то время, чтобы не создавать шумовых помех. Деактивация. Вентиляция еще галерея Балоры открыта. Нет никого на карнавале, хоть музыка играет в зале. Восторги деток не слышны в час могильной тишины. Надоело мне страдать, петь хочу и танцевать. Кажется, вы совсем не торопитесь. Пожалуйста, двигайтесь быстрее, но при этом совершенно бесшумно.
Замечено движение в комнате управления. Теперь вы можете взаимодействовать с блоком управления системой. Использование интерфейса может нарушить близлежащую электронику. Если вы почувствуете опасность, не бойтесь отключить интерфейс на какое-то время, пока не станет безопасной перезагрузка системы. Здесь никого нет.
сцену. Тебе это все кажется? Успокойся и вернись в кроватку. Тут никого нет. Продолжай спать. Успокойся. Я думаю, что это была обычная мышь. Мила, здесь никого нет. И снова здрасте. Приятных снов. Возвращайся на сцену. Тебе это все кажется? Успокойся и вернись в кроватку. Тут никого нет. Отличная работа. На этом ваша сегодняшняя ночная смена подошла к концу. Пожалуйста, возвращайтесь через галерею Балоры с осторожностью. А теперь до завтра. Неужели здесь кто-то есть? Я слышу, как кто-то крадется через мою комнату. Наверное, показалось. Заходом солнца продолжается наша сага о потерянной любви между Владом и его огорченной возлюбленной. Смогут ли они договориться? Смогут ли они вернуть свою потерянную любовь? Это и многое другое узнаем прямо сейчас. Лара, ребенок не мой. Твой, Влад! В яслях воспитатели с трудом справляются с ним. И что? Многие дети гиперактивны и способны бегать хоть весь день. Им пришлось сбить его с воздуха метлой. Мне пора идти. Они собираются перечислять нам твою зарплату. Они не могут сделать это. Я вампир. Я не получаю зарплату. Ты работаешь в ночную смену в Фраймайтакас. Не ври мне! О, человечество. Когда закончится горе? Будет ли у этой полуночной истории счастливый конец, в котором вновь зажжется огонь их любви? Узнаем в следующей серии. Папочка, позволь мне хотя бы раз с ней поиграть. Она такая красивая и блестящая. Разве ты ее не для меня сделал? Добро пожаловать на следующую ночную смену вашей процветающей новой карьеры, где вы, конечно же, задаетесь вопросами, что я делаю со своей жизнью, что говорят обо мне друзья, и самое главное, увижу ли я снова свою семью. Вполне понятно, что новая работа очень напряженная, и мы с этим согласны. Для достижения более стабильного и спокойного умонастроения, мы предлагаем вам на выбор несколько музыкальных дорожек, чтобы помочь сделать поездку в лифте настолько расслабляющей и лечебной, насколько это возможно. В ассортименте есть современный джаз, классика, атмосфера тропического леса, а также широкий выбор других вариантов. С помощью данной клавиатуры, пожалуйста, введите несколько первых букв музыкальной дорожки, которая вам бы понравилась. Кажется, у вас возникли проблемы с клавиатурой. Я догадался о том, что вы пытались ввести, и автоматически исправил текст за вас. Спасибо за выбор. Случайный бонго.
Теперь, когда ваш лид был настроен под вас, и вы полностью расслаблены, стоит отметить, что из-за вашей вчерашней медлительности вы значительно урезали вашу зарплату. Пожалуйста, наслаждайтесь остальной частью спуска. Из-за непредвиденной ситуации во время сегодняшнего шоу ваши ночные обязанности могут потребовать больше действий, для выполнения которых понадобится больше опыта, чем вы имеете в данную минуту. Вообще, это обязанности техперсонала – вытаскивать модуль управления из Funtime Freddy. Но почему-то они не смогли. Позволить им повторить данное действие будет совершенно неэффективным, так как им потребуется от 6 до 8 недель для того, чтобы восстановить все неисправности к первичному состоянию. Поэтому именно вам потребуется сходить за запчастями в комнату техобслуживания на другой стороне развлекательного зала и выполнить их работу собственноручно. Но сначала проверим Балору, убедимся в том, что она на сцене. Отлично. В галерее Балоры все выглядит как надо. Давайте взглянем на Funtime Foxy. Очень важно перед выходом убедиться в том, что она на сцене. Отлично. В развлекательном зале все выглядит как надо. Нет необходимости в эту ночь проверять Бэби. Пожалуйста, воздержитесь от входа не в запланированные помещения. Сию же минуту проползите в зал для веселого времяпровождения. Вентиляция зала для развлечений открыта. В отличие от Балоры, Funtime Foxy активируется от движений. Поэтому очень важно не включать освещение, чтобы она не сходила с места. У вас в руках маячок. Используйте его, чтобы не заблудиться или чтобы не врезаться куда-нибудь лбом. Но несмотря на это, используйте его как можно реже. Продолжайте идти, пока не попадете в комнату техобслуживания. Замечено движение в комнате техобслуживания. Вы отлично справились с переходом в комнату для техобслуживания. Кажется, что Funtime Freddy отключен, а значит, это сделает вашу работу намного проще. Кнопка для открытия грудной полости эндоскелета располагается над наружной частью его челюсти. И чтобы до нее добраться, нужно сперва открыть лицевую панель. Необходимо будет нажать на несколько кнопочек в определенном порядке. А главное, не делать ошибок и быть предельно точным. Найдите маленькую кнопку на лице Фредди прямо под его правой щекой и нажмите на нее.
Отлично, теперь найдите кнопку под его левой щекой и нажмите на нее. Отлично, теперь не спеша найдите и нажмите на кнопку, расположенную рядом с правым глазом Фредди. Отлично, также не спеша найдите и нажмите на кнопку чуть выше носа Фредди. Отличная работа! Убедитесь в том, что лицевые пластины открылись. Найдите и нажмите на маленькую кнопочку под челюстью эндоскелета Фредди. Отлично! Убедитесь в том, что грудная полость открылась. Извлеките модуль управления из грудной полости. Прекрасная работа! Осталось лишь извлечь вторичный модуль управления из Бонни, ручной куклы. Нажмите большую черную кнопку под галстуком Бонни, чтобы извлечь модуль управления. Нажмите большую черную кнопку под галстуком Бонни, чтобы извлечь модуль управления. Нажмите большую черную кнопку под галстуком Бонни, чтобы извлечь модуль управления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.